Так, всем привет! С вами снова я, Зазепа. И мы продолжаем проходить зомби-ю. В прошлой серии мы замочили Дока. Взяли его глаз бесценный, конечно же. Сейчас возвращаемся. Да, правильно, Букингемский дворец. Стрёмное местечко, конечно же, без Дока там. Такое получилось у нас. Но, что поделаешь. Фонарик зарядился у нас более-менее. Сейчас бегаем, откроем. Так, загрузка. Что-то попахивает. Нет? Все нормально? Так, слушайте, он уже как-то сюда вроде попадал. Мы сюда не попадем. Зомбачи кусачи, вам там как, уютно? Надеюсь, с этим глазом никакой тревоги. Становится хуже с каждым часом. Некоторых из отряда Омега еще можно спасти. Но почему никто не выходит на контакт? Боюсь, мы в ловушке. А чему на их все больше? День да явно пятый. Подохли все. Количество зараженных растет. Я распорядился поместить семью в карантин. У меня осталось одно спасение. Поиски алхимии. Чего не оставил? Сегодня я продолжу работу. Если чудо случится, то впереди вновь забрежет лучик надежды. День пятый. Работа над панацеей идет, но медленно. Как бы добраться до дворцовой библиотеки? Вот бы найти тех, у кого есть тексты. Но, увы, в полдень начинают тесты. День пятый, продолжение. Панацея не готова, но при тестировании был выведен эффективный вируцид. Сегодня налажу производство шприцев и попрошу солдат обеспечить ими людей. День так шестой. И есть солдаты все-таки, нет? Тесты панацеи прошли. Не очень хорошо. Удалось сделать инъекции больным солдатам, ремиссии нет. Но характер болезни таки изменился. В какую сторону... Вот как эти улучшенные зомби появились. Мой катастрофа. Мы все заражены. Мы с семьей держимся лишь на последней версии панацеи. Но я не остановлюсь. Я не сдамся. Я должен достичь успеха. За королеву, за страну. Исследуя инфекцию, я открыл несколько совершенно новых векторов и патогенов. Это поистине замечательно. Вот только остался ли журнал, который это напечатает. Ура! Я собрал все кусочки головоломки и могу приступить к тестам панацеи. Что ж ты себя не спас? Или ты меня не дождался? Родным хуже с каждым днем. Здесь бессильна даже наука. Или я. Мое состояние тоже далеко от улучшения. Как говорил наш знакомый, это вакцина. Панацея готова, но это не лекарство. Это вакцина. Но она еще может спасти мир. Оставил формулу в главном сервере королевских покоев. Теперь нужно подняться наверх и позвать на помощь. Не знаю, увернусь ли. Вот как оно. Вот что ты свалил отсюда. Хотел позвать помощь. Заперто. Как так? Мне надо окольными путями идти. Но сейчас что-то у меня есть впечатление, ощущение, что я свалюсь просто вниз. Почему меня сюда погнали? Именно потому. Почему-то все зомби вдруг одноногими стали. Тоже такой вопрос. Яйца. Вы там как, дорогие мои? Четыре зомби. Расстрелял бы вас сейчас. Вот честно. Вот говорил же, что обвалится. Чё, как теперь идти? Так,
пройдем. Через ее это убежище проползти. Главное тут не заблудиться. О, патроши. Здесь мы спустимся, значит надо обходить. 15 штук для пистолета. Это хороший подгон. Может тут никого нету? Вроде как нету. Смотрите. Так. Вот это вот место, мне кажется... Так, спокойно. Сам доползешь сюда? Или нет? Да, походу, выманивать. Эй, факин зомби. Давай, подходи. Чего, я с большим количеством справлялся. Так что мне как-то, знаешь, не страшно. Про дружка своего. Сюда. Все. Кончился дружок. Больше не придет на пирожок. Чего у нас тут? А ничего у нас тут. Просто пустое место. Вроде как что-то заподозрил. Давайте много зомбачей не будем тревожить. За газ. Ты сразу хэмым годился. Прощение с какой-то. А там не смог обойти? Вот ради этого я сидел и ждал. А этот переползет, еще полдня пройдет. Да может не вставать, сразу прополз бы. Боже. Давай. Ладно. Как-то так. Все равно там у тебя ничего явно ценного нету. Ведь прав? Даже сканировать его не могу. Давай поговорим. Что у нас с фонариком? Ну, вроде как еще нормально держится. Все завалено. Он так повеситься решил. Дело, конечно, твое. Эти блоки доверия не внушают. Не-не-не-не-не. Шмыгнуть, что ли, по-быстрому и взять пушку?
вроде как теперь нормально. Тетка, если бы она хотела встать, я думаю, она уже встала бы. Ты как? Видишь, стрёмно. Вроде как и мёртвый. Хрен на тебя. Лучше не буду рисковать. Не-не-не-не-не. То, что надеялся, приятель. Освободим немножко места. Дарья. 4. Ладно, коктейль это вот, знаете, вот для таких мест, когда там полно вроде как и... будет решить проблему именно таким методом. Я прав? Считаю, что я прав. Хорошо, что я прав. Не знаю, мне показалось, что здесь что-то есть. Так, апластит у нас закончился, или что? Это глюк такой. Требуется C4. А у нас нету? Какая обида, а? Что же теперь делать? Я думал, раз мы там взяли, так у нас он уже бесконечно C4. Оказывается, нет. Оказывается, нет. Что это было? Кто это сделал? Ходи полный трус. Ладно. Опять точка невозврата. Доступ открыт. Как скажешь. Вода. Ненавижу воду. У вас там есть у меня, в принципе, одно решение для вас. Очень практичное. Я завалялся в инвентаре. Мы типа не сгораемые, да? Все? Мог не загоняться? Ну, один патрон. Хозяйство пригодится. Письма королевы. Вот давайте-ка почитаем письма королевы. Выживание. Письма королевы. Читаем на паузе. Вроде как. Вроде как. Так. Есть кто-нибудь? Он сам пришел. Все? Пустой. Там вообще пустой.
Я тебя тоже, я тебя все равно вижу. Не-не-не-не-не. Давай-ка, чё, знаешь? Я там видел карабкаться. Ладно, пойдемте так. Еще назад отступаем. Понял? Не дурак. Ты тоже вроде как мне вреда не хочешь, да? Фу. Где-то здесь есть намагниченные зомби. То ли кто там прошмыгнул, то ли... То ли еще какая пакость. Можно я назад пойду? Ты это все время за мной ползал? Смотри сам. Так, я телефон звонит. Прошу прощения. Так, мы продолжаем. Зомбачом, кусачом мы вроде как разобрались. Уже все обошли. Сюда мы вроде как пришли. Заперто. Пойдемте. Там, где взломали, туда и пойдем. Какой-то банк. Сейф. Еще одно письмо королевы. Ах, ну давайте прочитаем, пускай фонарик подзарядит немного. Где там письмо королевы? Это 99-й, еще второй. Не знаю, это не это. Это вроде что-то новое. На паузе читаем.
тоже мой блокнот. Золото королевы, ну что-то как-то мало. Однотысячная часть. Много золота. Риск это королевы. Я запустил процесс сама... Уничтожение! Сейчас чувствую, самое веселое начнется. Что у нас по аптечкам? Предупреждать же надо, так и заикой можно стать. Ладно, хп вроде как хватает. Патронов вроде как тоже. Сюда никто не свалится, а можно подтянуться и залезть. Ёкарный мамай. Так вот надо было. Изначально. Встревожить. Просто хотел взять автомат. Ладно. Проблема. Мне кажется, что их может быть тут много. Так поспокойнее должно быть немного. Так, вот это вот что-то вот. Зря автомат трачу. Ой, зря. Патронов каких подкинули мне. Так, спокойно. Спокойствие, только спокойствие. Быстро же он от ударов оправляется. Давай все это сюда, добро. Энергетик, мы сейчас, пожалуй, уснем. Чисто. Ух. Добыли мы. Сыт. Бежать по земле дворца.
Но я как бы это сделал? А, из самих подземелий. Предельно ясно. Вот эта хрень сейчас не обвалится вниз? Там точно никого нету? Смотрите. Давай сюда. Давай, подходи. Я тебя, по-моему, уже убивал. Раз ты такой. Давай патроны немного подзарядим. А, все. Full Unlimited. Прямо в убежище сбежим. О, не. Давайте как дерзкий. Пошел в очко. Бомж. Ты вроде как последний из джедаи. Получи дубиной по башке. Знаете, день ото дня не легче. Птичку жрать пока не вижу смысла. Иская хилка опять отреспавнилась. Энергетик. Давай сюда. Нету там никого. Сейчас мы этот энергетик переговорим к смертному заключению. Ладно, пока, я думаю, загружаться первую серию. Полезная нагрузка 60 единиц живого веса. 60? А, ну да, я же за девушку играю. С вами хорошо проходит так сражаться. Я готов. Нет, я не готов, я был неправ. Все? Вот сейчас настал момент съесть аптечку. С спокойной совестью я это делаю. Я в проходе просто не успевал махать этой дубиной. Вот было бы весело, если бы я выскочил. Давай, подходи. С одним-то, я думаю, справлюсь. Все, ты внизу. Там твоих приятелей нету больше. У тебя есть что-нибудь? Это пустой. Патрон для карабина. В принципе, вещь полезная. Давай сюда свои патроны. О! И для пистолета давай. Не зря, значит, лазил.
Чё, сюрпризов нас здесь больше не ждет никаких? Так надеюсь. Кто? Ты? Кто ты есть? Пусто. Не, мозгов у него походу нету. А тупых зомби мы не убиваем. Через отсюда идти? Вороны Ди обращаются к выжившим. Лондон объявляется закрытой зоной и будет подвергнут бомбардировке. Мы проводим последнюю эвакуацию на вертолетах. Хватайте моры и дуйте в Тауэр. В Тауэр? Чувак, а чё ты не горишь? Ладно, думаю, с тебя хватит. Сейчас как-нибудь, я думаю, проберусь в Тауэр. Вас здесь вроде как нормально так поджарили. Сейчас закрою я дверь. Переха подальше. Давай, подходи. Не стесняйся. Почему здесь нет такое там умение дубина, я не знаю. Ладно, я думаю, после тех событий, которые у нас были на этом, знаете ли, пати, думаю, мина я научился пользоваться хорошо. Особенно после того момента, как подорвал себя. Но не подорвал, конечно, зомби. В малых количествах. Чё ты здесь такой один лежал? Так. Приказ был идти в Тауэр. Значит, пойдем в Тауэр. Кто? Ты? Промахнулся. Все? Больше нет вопросов? Эй, решетка тебе что плохого сделала? Взял, вышиб решетку. Начини. Подождите, ребята. У меня есть для вас бонус. А, не получился бонус. Хотел так бабахнуть, знаете ли. Потом подумал. А стоит ли? Вернуться бы сейчас в убежище. 1, 2. Где-то здесь, по-моему, пластид должен был лежать. А его должен был пополнить. Там шлепает. Ай, хрен с тобой. Пойду в убежище. Вообще пойду на Тауэр. Нахрен вы мне тут нужны? Как шел, так и пришел.
What's up? То есть никак уже, да? А как я так вот? Мне же как бы в убежище надо попасть, да? Как я все вещи заберу? Никто не подумал обо мне, да? Вообще никто. Как мне до метро добраться? Куда идти, куда бежать? Не, могу на Тауэр, конечно, пойти влезть. Если там эвакуация идет. Но я отсюда пришел. Возвращаться резона нету. Ладно. Бегом, я сказал. Вот и все. Ни цели, ни задач, ничего не подсвечено. Здесь у нас уже заперто, кто-то опять запер. Что нам здесь блуждать? Теперь. Ну что, сами подниметесь? Сами поднимутся. Хорошие зомби. Все? Все? Флэр, себе оставь. Больше никто не свалится. Не, ну раз зомби тут в таких количествах, то я думаю, я правильно иду. В нужном направлении. Посрать, что ли, присел? Интересная стенка. Так, давайте, знаете что? 4. Да, для винтовки надо будет подстреливать потом винтовочку. Не понял. А как это мы так? Хорошо, нехорошо. А типа что был? Бонус круг называемый, да? Появилась цель. Нет, не было расчета, чтобы я там мог пройти, да? Через тот люк. Надо было вот обязательно вот сюда идти. Вообще никак иначе. Ну, своим ходом так своим ходом, да? Да, без проблем. Говорит Сондра из Воронов Ди. Алло. Мы поймали сигнал из Букингемского дворца. У тебя, правда, есть панацея? Невероятно! Давай быстрее в Тауэр. Весь мир зависит от тебя. Окей.
Не знаю, что-то мне винтовку захотел. Хотелось взять. Мы тут не сможем. Какая жалость. Падений зомби не будет, я надеюсь. Со всех концов. Что мне тут делать? А? Открыто. Скажете. Завалено мебелью. Здесь у нас что? Открыто. Ну, мы не ищем легких путей. Я лучше закроюсь тут. Вот оно что. Ты тут, значит, за моей спиной заговоры строишь? Да. Доктор Вороны. Знаешь что? Что? Хрен с тобой. Хрен. Спасайся как хочешь. Сдохни, скори, мне плевать. Ты не умеешь выживать. Никто не умеет. Ты для меня ничто. Проваливай. Вы люди сами хуже чумы. Да ты спятил, приятель. Я дал тебе укрытие, снарягу. Научил выживать. Угу. Без меня в тебя сожрали. И это твоя плата? И это моя плата. Я был тебе нужен. Да, теперь ты самостоятельный человечище, нос задираешь. Но не забывай, откуда я тебя вытащил. Нужно было дать убежищу сгореть, как сгорит весь Лондон. Как и предсказывал Ди. После того, как ты меня запер, там газок. Вот беда таких, как ты. Гребете только к себе, как жадные дети. Не мудрено, что страна развалилась к чертям. Но не боись, я буду смеяться последним. Всех переживу. Точно спятил. Мы партнеры, доверял, учил. Да нужно было самому тебя грохнуть. Вали нахрен из моего убежища. Пошел ты. Сейчас зомби меня сюда напустит, да? Смотрите, вроде как не мудак. Или все-таки мудак? Все. Подрастреляли немного зомби. Ёперный театр, еще прут. Но тут походу как-то быстренько.
Нету времени думать. Слушай, мужик, а ты потом это убежище сам будешь как тот? Нет, тут как-то надо прошмыгнуть. Все, давайте нахрен с этого убежища валим. Это будет долго. Зомби там будут так и респавниться. Всех не убьешь. Чё это? А, это этот мудак? Значит, там поставлял вроде чего-то. Ты устроился тут. Чё ж ты будешь делать дальше? Один. Хромой. Говорит живой, как слышно, прием. И что это? Конец игры? Типа еще одного выжившего нашел, тот спасся? И хрен знает. Но я же выжил. Прошли игру мы. Прошли. Сейчас, что же сейчас будет? Меню выйдет или так? У тебя продолжение уже. Какое? О! Мы же еще... Прошли ее, оказывается. А ну веселей! Мы должны улетать из Лондона, но я обещала, что вернусь. Мне плевать, ты это или нет. Но ты на той же чистоте, так что ноги в руки и беги в Тауэр. Ждем сколько можем, бегом! Не знаю, калаш я взял лишь, когда патроны закончатся. Плед хай себе оставит. Давай, не мешкай, мы уже в пути. Как тут не мешкать, а вдруг здесь плывуны есть? Вроде как нету никого. А как первый раз? Там не будет снайперов, там гуманитарной помощи, там все дела. Видим тебя. Бегом. Сондра на крыше. Я подсвечу дорогу. Не тормози и не оглядывайся. Да ладно, подождете. Не развалитесь. Да иди ты в попец! Это был чит.
чит-код с ее стороны. Давай сюда энергетик. Сок. Давай. Если сгодится. На землю. Бежался быстро. Бежали бояться. Так и куда мне? А ты откуда выполз? Давай взрывайся! Я знаю, ты умеешь. Не захотел. Вот так вот. Пофиг, съем аптечку. Так и куда мне? На тауэр? Там, смотрите, зомбачи опять лезут. Сзади вроде нас никто не обходит. Что, по воде не так классно идти, да? Что у тебя есть? Коктейль Молотова. Давай сюда. Пригодится. Ты мог бы меня и тут забрать. Что тебе мешает? Ты козел. Есть какой-нибудь еще сок там? А то если хлопушечник попадется, то пиши пропало. Так, вот это уже что-то интересное. Этот ублюдок призывает зомбачей. Поэтому я лучше подальше их буду держать от себя. Дайте в огонь прямо. Ну или не в огонь. Вон тут неформал. Призыватель, зомби. Все? К
Перезарядимся. Сейчас патрон у нас заканчивается уже, да? Ладно, не беда, если еще калашников возьмем. Себе оставь. А что-то я без фонарика, кстати, бегаю. Порядок. Пошла в попу. А, аптечка. Надо было больше брать. Что-нибудь придумаем. Давай два патрона. Чего нету? Давайте им зачистку устроим. Беспалевную. Все, попадали. О, давай патроны сюда. Вот это на 3. Что за глюки? Ладно. Будем по нашей методике работать. Ну что, вы их нету? Как нету. Начнем снизу. Дайте хоть кто-нибудь какую хилку. На кого замахиваешься, приятель? Пошла нафиг, дуга.
Вот и все. Ты сказочный конец, то слушал, молодец. Фига себе вас там. Тут мужик там так и остался выживать. Смотрим касценку. Сейчас разбомбят тут все нахрен. Ну или выжгут. Вот и все. Игра пройдена. Море впечатлений от игры. А с вами был Зазепа. Лайк, подписка за... Если вам понравилось мое прохождение. Всего хорошего, удачи и пока.